Geometry Dash. Геометрия. Большинство школьников изучают геометрию по учебнику Атанасяна. Атанасяна — это армянин. Кто еще армянин? Правильно, это Вазген. У Вазгена вкусный шашлык. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! Кого еще просит встать? Иржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Почему Иржан должен вставать? Потому что ему надо идти на работу. Зачем люди работают? Чтобы получить шекели. Шекели — это валюта Израиля. В Израиле живут евреи. Евреи делают обрезание. Обрезание на латинском языке будет «сиркумсиша». «Сиркум», «сиркумспайз». Эта надпись присутствует на гербе штата Мичиган. Мичиган — это известный игрок и строитель в Geometry Dash. Он ассоциируется у всех с тройными шипами. 3. У иллюмината 3 стороны. Вам нужно больше доказательств? Тогда продолжим. Geometry Dash создал Роберт Топола. Он родился 23 февраля. 23 февраля празднуется День Защитника Отечества. На этот день мужчинам дарят в качестве подарка носки. Нос. Нос — это аббревиатура Novus Ordo Seclorum. Эта надпись есть на обратной стороне большой печати США. Кто бы вы думали там изображен? Вы абсолютно правы. Это иллюминаты. Вас все еще терзают сомнения? Ну хорошо. Самый сложный и проходимый демон в Geometry Dash — это Тартарус. Тартарус верифицировал Дольфи. Дельфин. Дельфин — это млекопитающие. Кто еще млекопитающий? Верно, это конь. Конь в пальто. Пальто. Одна из разновидностей пальто — это Макинтош. Макинтош — это также название персонального компьютера от компании Apple. На Макинтош Geometry Dash вышло 22 декабря 2014 года. 22 элемент периодической системы химических элементов Менделеева — это Титан. Титан — это самый популярный для русскоязычных ютуберов под Geometry Dash. Его настоящее имя Максим. Максим. Где хлеб? По всей видимости, батя Максима — большой фанат хлеба. Кто еще большой фанат хлеба? Это каменщик. Каких известных каменщиков помимо каменщика мы знаем? Вы абсолютно правы, это масоны. Масоны используют в качестве символа треугольник с глазом. А треугольник с глазом, как мы знаем, это иллюминат. Geometry Dash — это подтвержденный иллюминат. Доказано.